Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Хочу вместе с вами посмотреть вырезку из моей игры. Просто довольно симпатичный ультракил, да, на Акс. Ничего такого прям сверхъестественного. Без какого-либо пафоса. Но мне показалось это забавным. И так было мелодично так. Стук-стук-стук-стук. Эта игра была на битва годней. Здесь мы уже полностью доминируем. Давайте посмотрим. Вот, все, там пропушили лайн. Я пошел покупать себе аганим, потихонечку собирать. Кстати, да, ультракил без аганима, это тоже хорошо. Бегу такой ля-ля-ля-ля-ля. Вы видите, да, у нас потный абуз. Топовый абуз. Здесь у нас и Зевс есть. И Акс есть, и зомби. Вот, первый влет. Влет на троих, то есть соло практически все. Раз, два. Вы видите, раз, два. Трис. И четыре. Пукс! Особенно здесь был момент офигенный, что мне понравилось, да? Это можно сказать, что было спонтанно. То есть, когда влетел, там была такая куча мала, я даже не понял, того я ударил, не того. В итоге, того. Давай сейчас быстренько глянем еще раз. Давай, братюня, ну покажи мне, покажи. Нет, пораньше, пораньше. Вот. Божественный блёд от Акса. Опа! Покрутился, покрутился еще. Вот. Пукс, пукс! А их было трое, заметьте, она просто отпрыгнула. Так бы я сразу троих бы здесь убил. Это было бы более эпично. Так что всем желаю удачи и обусти годня, обусти. Почему Зевс, да, топовый? Потому что у Годня есть ульта Зевса, а вы еще пикаете Зевса. И что в итоге получается? Хухры-мухры. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.